Добрый день, меня зовут Павел Кейнис, я исполнительный директор завода «Палаер», город Волжск, республика Мариэл. В следующем году нашему заводу исполняется 30 лет. Это очень серьезная дата, это очень серьезное событие. И по уже практически прошествии этих 30 лет можно, с одной стороны, подвести определенные итоги, с другой стороны, обозначить определенные перспективы. Но прежде чем говорить об этом, надо привести определенные статистические данные. Предприятие является одним из крупнейших предприятий Европы по производству промышленного холодильного оборудования. Завод проектировался на рубеже 80-х-90-х годов совместно итальянскими инжиниринговыми компаниями и советскими машиностроителями. В итоге появилась компания, которая на тот момент являлась крупнейшим производителем торгового промышленного холодильного оборудования. По сути, она остается этим крупнейшим производителем и сейчас. Компания пережила трудные 90-е нулевые годы. На сегодняшний момент компания находится на пике своего развития. Мы не просто один из крупнейших производителей. Мы компания, которая производит практически всю линейку торгового холодильного оборудования. Наша уникальность заключается в том, что мы производители полного цикла. Предприятие получает листовой металл, занимается листообработкой, изготавливает собственные теплообменники. Это все сердце холодильного оборудования. У нас есть несколько конвейеров, на которых мы производим холодильники, моноблоки. Также есть производственные линии по сборке и выпуску оборудования для кухонь, баров, ресторанов, хорики. И также это новые наши продукты, холодильные витрины, горки, банеты и все то, что сейчас активно представлено в розничной торговле. Предприятие может оснастить любой магазин, любой завод по производству продуктов питания, может оснастить любую точку общепита. И это не просто наша уникальность, это и наша, скажем так, фишка определенная. При этом надо понимать, что мы являемся не просто предприятием сборочным, мы являемся предприятием, которое, по сути, всю линейку продукции, все оборудование производит от самого начала до самого завершения. То есть холодильник, который выпускается заводом «Палаер», это продукт, собранный от начала до конца. На протяжении 2 лет, в 2018 и 2019 году, мы не просто участвовали в конкурсе «100 лучших товаров», мы завоевываем там призовые места, мы становимся лауреатами, мы становимся дипломантами этого конкурса, мы входим в золотую сотню, то есть качество нашей продукции, оно признано не только нашими потребителями, но также и признано теми, кто проводит конкурс «100 лучших товаров», и, соответственно, наши потребители получают продукцию, которая с гордостью носит вот этот логотип, с гордостью носит вот этот значок. На сегодняшний момент на предприятии работают почти 1500 человек. Это инженерно-технический состав, это административный персонал, это персонал вспомогательного производства и, в первую очередь, конечно, это работники основного производства, то есть те, кто, собственно говоря, и производит наше оборудование. У нас очень серьезный блок технологий разработок. Это наши инженеры-технологи, это наши инженеры-конструкторы, люди, которые обладают очень большим набором знаний, умений и навыков. Это люди, которые работают на предприятии не по одному году, а по несколько, даже десятков лет.
Это люди, которые обладают настолько уникальным набором компетенций, что даже сложно представить, чтобы человек, находящийся на этом месте, владел именно таким набором навыков, который позволяет ему не просто сконструировать холодильную машину или холодильный агрегат, но и запустить его в производство, испытать, поставить на конвейер и затем, соответственно, отслеживать весь его путь от конвейера до прилавка. Мы гордимся нашими ветеранами, людьми, которые отработали не по одному году, а, как я уже сказал, по несколько десятков даже лет. У нас существуют специальные программы, которым мы поощряем наших заслуженных работников. На предприятии существует доска почета. У нас существуют различные производственные программы, которые позволяют персоналу реализовывать свои рационализаторские предложения, реализовывать какие-то определенные новые идеи, которые внедряются в том числе и в серийное производство. На сегодняшний момент Полайер – это одно из градообразующих предприятий города Волжск, Республики Мариэл. Полайер – это предприятие с давней историей. Полайер – это предприятие с хорошими, стабильными перспективами развития. Полайер – это предприятие, где можно достойно работать, достойно зарабатывать, достойно реализовывать себя. Изначально завод «Полайер» был ориентирован на конвейерное производство большого количества холодильников. По прошествии определенного количества лет, по изменению конъюнктуры рынка, предприятие начало разработку других новинок. Предприятие начало разработку новых видов холодильной техники. Это в первую очередь то, что востребовано рынком общепита, это в первую очередь то, что востребовано рынком розницы. Это аппараты шоковой заморозки, это витрины, все то, что мы видим в предприятиях розничной торговли, то, что помогает сохранить свежесть продуктов или помогает хранить продукты глубокой заморозки. Это не просто витрины, это витрины, которые позволяют, по сути дела, моделировать пространство магазина так, как необходимо потребителю, так, как необходимо сети. И наше предприятие готово производить именно те виды продукции, которые востребованы рынком, которые продаются, которые продвигаются и которые позволяют развиваться предприятиям розничной торговли, предприятиям общественного питания и предприятиям по производству продуктов питания. Мы являемся высокотехнологичным предприятием, оснащенным современным оборудованием, на котором работают высококвалифицированные специалисты и которое обслуживается с помощью самых передовых, самых современных технологий. На сегодняшний момент я считаю, что завод «Полайер» – это не просто передовое предприятие. Это предприятие, которое имеет все шансы стать мировым лидером в производстве своего вида продукции. И мы готовы к этому, и мы это сделаем.